сказали, что у вас были какие-то любимые живописцы до того, как вы для себя открыли Шагала. Кто это? Были. Это близкие? Был Ван Гог, который упоминается и у нас в спектакле, потому что Шагал сходил с ума по молодости. Именно от того, что он увидел Ван Гога. Но не подражал никогда, в эту сторону не шел. Пожалуй, что был Сезанн. Был Сальвадор Дали, в котором я потом совершенно разочаровался. Был Пикассо, которым я был бесконечно увлечен. Кстати, его тоже испанцы не отдают французам. Французы считают его французским художником. Спорит, а вы с испанцами попробуйте на эту тему поговорить. Невозможно. Mm-hmm. А из русских я помню увлечение Васильевым. Совершенно, так сказать, скромным. Саврасов, да, там, ну вот Васильев. А вот тоже были большие увлечения, но это молодые годы. Как-то я сил, что ли, не хватает. Я стал реже ходить по музеям. Нет, меня, наверное, испортило современное искусство. Я, бывая за границей, потому что я много гастролировал, я ходил по всем музеям современного искусства, навосхищался, наудивлялся, назапоминал фамилии, потом они стали путаться. Остались скорее те, кто начинали, например, Малевич, который враг нашего Шагала. Но Малевич для меня представлял всегда большой интерес. Филонов представлял громадный интерес. А теперь-то сил, что ли, не хватает. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».